Это Илья. В детстве он вылепил из глины маленькую кружечку. И нравилась она ему очень. Повзрослел Илья. Дети у него появились. И стал он сказки им читать. А посуда в сказках глиняная, сказочная, красивая. В сказках упоминают горшки, кувшины, крынки. Но как наяву показать их детям? Молоко-то в бумаге не удержишь. А это премьер-министр Японии. Он любит сам делать горшки из глины. Он говорит, что это занятие помогает ему управлять государством. Долго сказка сказывается, да не скоро дело делается. Задумался крепко Илья, что делать, как сосуды сказочные показать детям. По примеру японского премьера, Илья решил взять автомобильное колесо и сам сделать из него гончарный круг. Показать детям народную посуду, как в сказках. Трудно было, но Илья с друзьями справился. Илья вдруг заметил, что чай стал ароматнее, каша вкуснее, а молоко приятнее пить из кувшин. У Ильи появилась новая привычка. Он стал присыпать крупу в глиняный горшочек и запускать ладонь в зерна. Дети сменили пластилин на глину и стали слушать шум морского прибоя и звуки космоса. А это папа Ильи. Теперь он не признает никакой другой посуды, кроме гончарной. На семейном совете решили промысел гончарный возродить, чтобы глиняную посуду попробовали и вы. Гончарный круг-то Илья сделал, а вот печь для обжига глины самому не поднять. Помощь нужна. Вот обожжем в электрической печи посуду, тогда и пироги вместе поедим. Вкусные! Нам с детьми печь, а вам кумочки, кашники и кувшины. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая вы.